Во время арки One One Piece мы видели, как Зоро и Санджи сражались против короля и королевы соответственно. Обоим Стравац пришлось разобраться со своими противниками, а также с некоторыми внутренними проблемами, прежде чем, наконец, победить своих соперников. Главная проблема Зоро против Кинга заключалась в том, что он не мог понять, когда атаковать Кинга и как одолеть его. В то время как Зоро, в конце концов, узнал время первого, второе было решено с помощью его пробуждения стандартного и продвинутого хаки-завоевателя. Главной проблемой Санджи в битве за королеву была скорее внутренняя борьба с самим собой, поскольку его экзоскелет Джерма пробудил и изменил его. В то время как экзоскелет Санджи и бонусы Ифрита Джамби, несомненно, огромные, они далеки от уровня хаки продвинутого завоевателя. На самом деле, Ифрит Джамбе и экзоскелет Санджи поставили его примерно на один уровень с хаки Зоро до Канка. Тем не менее, пробуждение Зоро стандартного и хаки продвинутого завоевателя подняло его в ряды сильнейших людей в серии. В результате разрыв между Санджи и Зоро, и косвенно королевой и королем, значительно увеличился с момента пробуждения Зоро. В то время как Санджи все еще, безусловно, впечатляет сам по себе и, несомненно, полезен в бою, он далеко не хаки Зоро Завоевателя. Поэтому более вероятно, что Санджи проиграл бы Кингу, если бы Санджи сражался с Лунарием вместо Зоро. Экзоскелет Санджи и Ифрит Джамбе, вероятно, позволяют ему сразиться с любым командиром Инка и иметь приличный шанс на победу. Тем не менее, наличие хаки продвинутого Завоевателя ставит Зоро в борьбу за место в десятке сильнейших персонажей One Piece, подвиг, с которым Санджи в настоящее время не может сравниться. Подводя итог. Из-за того, что Зоро пробудил хаки продвинутого завоевателя и использовал его, чтобы победить Кинга, Санджи, скорее всего, проиграл бы, если бы он и Зоро поменялись местами. Ифрит Джамбе и экзоскелет Санджи — бесценные инструменты, которые будут широко использоваться и иметь большое значение до конца серии. Тем не менее, важность стандартного и продвинутого хаки завоевателя нельзя недооценивать. Это буквально самая важная способность в современном One Piece, и, вероятно, она останется таковой еще долгое время.